пошла тратить. На самом деле такие деньги можно потратить не за один день, а за 10 минут. Вопрос только в том, есть ли они в кармане. Вот. А в данном случае у нас это необходимость, потому что мы строим студию дома, и звукоизоляция, которая будет установлена в контрольной комнате, в моем кабинете, да, в основном, будет стоить порядка 100 тысяч рублей. Вот такие вот дела, ребят. Там получается пол, потолок. Пол, причем, не сильно звукоизолирован. Потолок мы уже сделали. Только стены обходятся практически в 100 тысяч рублей. Это панели 8-сантиметровые, зипс-панели от Acoustic Group. Вот, про них я вам расскажу на HealthCream Academy канале. И вообще, в принципе, покажу, как стройка шла. Потому что я все время, пока происходила стройка студии, все это дело снимал. Вот, там очень много разной информации, разных там приколов, как это обойти те или иные препятствия в плане установки звукоизоляции. Потому что из-за деревянных перекрытий, например, пришлось строить дополнительный потолок, который держится на несущих стенах. Это очень, ну, очень сложно в плане придумать было в первый момент. На вокальный бокс тоже ушло чуть меньше, потому что он все-таки 1.5 на 2 метра всего размером. И там изоляция, конечно, поплотнее, потому что вокальный бокс, то есть там пол очень сильно поднят, потолок сильно опущен. То есть получается, что комната абсолютно заизолирована от внешнего мира, и там тихо уже даже сейчас, когда там двери просто нет. Жду сейчас ребят, которые должны мне стеклопакетную дверь очень толстую поставить туда. Посмотрим, как это дело пойдет. Даже интересно, что из этого получится, потому что я никогда такими вещами не занимался и никогда студию у себя дома не строил. Да и вообще, в принципе, строительством студии не занимался. Не знаю, как это правильно сказать по-русски, но я думаю, что я такую тему просто у себя в видосах буду говорить, потому что, ну, как-то сложно это в русском языке правильно сказать. So fucking excited about the new camera. То есть, прям вот... Вон она там лежит. Вот, купили самую простецкую линзу, чтобы просто то, что было в наличии. Вот, закажу себе потом еще ширик, парочку пушек. Вот, всякие полярики, все защитные, все эти вот. Сейчас приеду, буду распаковывать и смотреть. Ну что, погнали. Аккумулятор, зарядник, ультрафиолетовый фильтр, поляризационный фильтр, флешка, линза 50 мм. Один из лучших и один, наверное, из самых дешевых телеобъективов. 50-ка. Я пока не знаю, что это, но знаю, что камерой можно управлять с телефона. И можно через Wi-Fi скидывать все материалы прямо с камеры на комп. С
соберу, захреначу четкий бирол где-нибудь на улице с телефона, камеру сниму.